Канадский тренер Брайан Орсер прокомментировал переход в свою группу россиянки Евгении Медведевой. Медведев написал Орсеру о своем намерении сменить тренера 2 апреля. 22 апреля тренер встретился со спортсменкой и ее мамой в Сеуле. «Когда она мне написала, я был в полном шоке. Я даже созвонился со своим помощником и сказал ему: «Ты не поверишь, Медведева сказала мне, что хочет измениться, но не сообщила почему. Я сразу очень сильно зауважал ее, как только она сказала: «Я не хочу говорить ничего плохого про моих нынешних тренеров. Главное, что ей сейчас нужно – собственный голос в фигурном катании. Мы уже обсуждали музыку для программ и направлений, в которых хотим идти. Такой роскоши у нее раньше не было, а было так: вот под эту музыку ты будешь кататься, а вот порядок твоих вращений». А тут твои позы. Медведев сказала мне, что хочет выиграть Олимпиаду. Я ответил: всегда держи это в голове, но это не значит, что мы должны выиграть все чемпионаты на пути к этому. Это важное послание для всех, кто хочет знать цели Медведевой. Хочу, чтобы все это знали. Именно на это будут направлены наши усилия. Я сказал, что первым делом ей нужны такие программы, которые позволят ей оставаться здоровой. Медведев хочет заново себя открыть, несмотря на то, что у нее уже много титулов. Я чувствую, что это только верхушка айсберга. Мы еще много можем с ней достичь. Что касается ее неправильного исполнения тройного лутца, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить это. Я уже думаю над этим. Я думаю, что с Медведевой придется нелегко, но она открыта для всего. Она готова к изменениям.